Медитация на шестую чакру аджна. Третий глаз является выражением духовного развития, мудрости и высшего сознания. Медитация на аджну помогает и способствует экстрасенсорным способностям. Активировать данный энергетический центр можно за счет визуализации, звукового сопровождения, системы упражнений с дыханием, что мы будем и делать сейчас. Для медитации нам необходимы свечи и эфирные масла, если у вас есть их переносимость. Зажгите свечу и примите удобную позу. Пока вы принимаете удобную позу, могу сказать вам о том, что методика со свечой раскрывает чакру очень хорошо. Есть отдельные медитации со свечой. Их вы найдете на моем канале. Вы приняли удобную позу, прилегли и расслабились. Чтобы ощутить чакру в медитации, полезно не только расслабиться, что мы сейчас и сделали, но и сосредоточиться. Сейчас вам нужно коснуться пальцами межбровной зоны и немного надавить, чтобы энергетический центр активизировался. Почувствуйте эту область. Давление в аджне дарует новые ощущения, и к ним следует прислушаться, позволяя различным образом приходить в голову и сообщать об активности точки между бровями. Заметьте, что она может быть белоснежно-золотой, серебряной или синей. Сосредоточьтесь на кончике носа. Сделайте глубокий вдох, чтобы поток энергии вошел в ваше тело. Вдыхать нужно не привычной методикой, а только кончик носа. Представьте, что вы наполняетесь позитивной и волшебной волной, которая постепенно идет от носа к межбровью. Чакра заполняется светлой энергией, которая образует в ней спираль против часовой стрелки и дарит мягкость и интеллектуальное удовольствие. Теперь нужно просто дышать этой вращающейся сферой, увеличивая масштабы энергии и гармонии. Сейчас мы дышим пару минут и ощущаем пульсацию чакры. Thank you.
сейчас вы расслаблены. И помните, что прекрасным инструментом открытия чакры служит визуализация. Вы сейчас дышите медленно и спокойно, осуществляя вдох с помощью носа, а выдох делая через рот. Глаза у вас закрыты. И вы представляете, что между вашими бровями разрастается красивый, сияющий цветок, который имеет фиолетово-синий оттенок. Из этого бутона на ваше тело исходят волны спокойствия и энергии. Попросите про себя прямо сейчас, в данный момент, все, что вы хотели бы получить от Вселенной. Сейчас необходимо вообразить там же, в середине головы, межмозговыми полушариями на уровне лба, свою шестую чакру, как яркий вихрь энергии синего оттенка. Пусть она напоминает движущийся по часовой стрелке шар. Холодная энергия, которая выражает свою радость мышления, постепенно копится в области третьего глаза. И чакра начинает освещать голову изнутри. Мозг просвечивается синей энергией разума, и это дарит каждой клеточке силу, восстанавливая абсолютно все функции организма. Ум питается, оберегается и очищается.
Представьте, что интуиция – развитость мышления, навыки памяти. Все это резко возрастает в разы. Напряжение покидает тело. Спазмы ослабевают. Сосуды избавляются от шлаков. Побудьте в этом состоянии 5 минут. И все это время представляйте, что интуиция, развитость мышления, навыки памяти, все это возрастает у вас, а напряжение покидает тело. Сама чакра пусть знаменуется ярким вихрем энергии синего оттенка. Действуйте!
тренировать аджну нужно постоянно. Сейчас вы вообразите, что перед вами завис большой голубой шар, который источает волны тепла. Сосредоточьтесь на фигуре и попробуйте силой воли разместить его в области шестой чакры. Только не напрягайтесь при этом, не двигайте шар насильно. Размещайте сейчас силой воли этот голубой шар в область шестой чакры. Ощущайте, как сфера пульсирует. Ее тело начинает насыщать третий глаз. Успокойтесь и насладитесь этим чувством. Сейчас возвращайтесь в сознание текущей реальности. Thank you.
Существует мнение, что третий глаз связан сразу с несколькими десятками тысяч энергетических каналов. Поэтому медитация на аджну обеспечивает человеку просветление и достижение цели любых духовных учений. Уделяйте практике достаточное внимание, и тогда вы обязательно очистите сердце и тело от негатива и лишней информации. А с вами была Юлия Жукова.